сказки от познаваки. Английская народная сказка «Джонни Пончик». Жили-были на свете старик со старухой, и был у них сынок. Как-то утром старуха замесила тесто, скатала пончик и посадила его в печку, чтобы он испекся. «Ты смотри за Джонни Пончиком, пока мы с отцом будем на огороде работать», — сказала она сыну. И отец с матерью ушли окучивать картошку, а сынка оставили смотреть за печкой. Но ему это вскоре надоело. Вдруг слышит он какой-то шум. Взглянул на печку и видит, дверца печки сама собой открывается, и выскакивает оттуда Джонни Пончик. Как покатится Джонни Пончик прямо к открытой двери? Мальчик бросился закрывать ее, но Джонни Пончик оказался проворнее. Выкатился за дверь, перекатился через порог, скатился со ступенек и покатился по дороге. Со всех ног погнался за ним мальчик, клича родителей. Те услышали крик, бросили свои мотыги и тоже пустились в погоню. Но Джонни Пончик уже был далеко и вскоре скрылся из виду. А старик со старухой и мальчик так запыхались, что уселись на скамью дух перевести. Вот покатился Джонни Пончик дальше и вскоре прикатился к двум рабочим, что рыли колодец. Рабочие перестали работать и спрашивают: «Куда спешишь, Джонни Пончик?» А Джонни Пончик им в ответ: «Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчика убежал, и от вас я убегу». «От нас? Но это мы еще посмотрим», — сказали рабочие. Бросили кирки и погнались за Джонни Пончиком. «Но куда там? Разве его догонишь?» Пришлось рабочим сесть у дороги передохнуть. А Джонни Пончик покатился дальше и вскоре прикатился к двум землекопам, что канаву рыли. «Куда спешишь, Джонни Пончик?» – спросили они. А Джонни Пончик им опять свое: «Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, от двух рабочих убежал, от вас тоже убегу». «От нас? Но это мы еще посмотрим», – сказали землекопы. Бросили заступы и тоже погнались за Джонни Пончиком. Но Джонни Пончик катился быстрее. Увидели землекопы: не поймать им Джонни Пончика. Оставили погоню и присели отдохнуть. А Джонни Пончик покатился дальше и вскоре прикатился к медведю. «Куда спешишь, Джонни Пончик?» – спросил медведь. А Джонни Пончик в ответ: «Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, от двух рабочих убежал, от землекопов убежал, и от тебя я убегу». «От меня?» – проворчал медведь. «Но это мы еще посмотрим». И медведь как задаст работки своим ногам, как припустит за Джонни Пончиком. Но тот бежал без оглядки, и вскоре медведь так отстал, что и сам увидел, не угнаться ему за беглецом. Ну, он и растянулся у дороги передохнуть. А Джонни Пончик покатился дальше и вскоре прикатился к волку. «Куда спешишь, Джонни Пончик?» – спросил волк. А Джонни Пончик ему свое: «Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, от двух рабочих убежал, от землекопов убежал, от медведя убежал, и от тебя я убегу». «От меня?» – огрызнулся волк. «Но это мы еще посмотрим». И волк пустился во всю прыть за Джонни Пончиком. Но тот катился все быстрее и быстрее, так что волк тоже отчаялся догнать его и улегся отдохнуть. А Джонни Пончик покатился дальше и вскоре прикатился к лисе, что тихонько лежала возле изгороди. «Куда спешишь, Джонни Пончик?» – спросила лиса ласковым голосом. А Джонни Пончик опять:
Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, от двух рабочих убежал, от землекопов убежал, от медведя убежал и от волка убежал. От тебя, лиса, я тоже убегу. Тут лиса наклонила голову на бок и говорит: «Не расслышу я что-то, Джонни Пончик, подойди поближе». Джонни Пончик подкатился к лисе и громко прокричал: «Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, от двух рабочих убежал, от землекопов убежал, от медведя убежал и от волка убежал, и от тебя, лиса, я тоже убегу». «Никак не расслышу, подойди еще чуточку ближе», — попросила лиса слабым голосом. А сама вытянула в сторону Джонни Пончика шею и приложила лапу к уху. Джонни Пончик подкатился еще ближе, наклонился к самому уху лисы и прокричал, что было силы: «Я от деда убежал, я от бабки убежал, от мальчишки убежал, от двух рабочих убежал, от землекопов убежал, от медведя убежал и от волка убежал, и от тебя, лиса, я тоже убегу». «От меня? Ну нет!» – тявкнула лиса и мигом схватила Джонни Пончика своими острыми зубами. Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец!